Это увлекательное мероприятие, которое позволяет на самом деле проявить какие-то свои мужские качества, показать, что ты на самом деле достоин чего-то. И это большой вызов для всех наших ребят и для меня в частности. Действительно уникальный забег. Это единственный забег в Беларуси, где мужчины в мороз минус 10 бегут с обнаженным торсом.